Торжественно и волнительно, почетно и ответственно. Именно так описали свои чувства многодетные мамы, которым сегодня был вручен Орден Матери. Личанки Анна Колтунова, Виктория Барановская и Елена Бальцук и жительница агрогородка Бердовка Галина Власова не скрывали эмоций, ведь высшие награды за материнство удостоены не все. В Лидском районе таких женщин с 2004 года всего 170. Я очень благодарна нашему президенту, потому что не каждому могут дать такую медаль. Вот. Благодарна своим детям, старшему сыну, который мне всегда помогает. Я считаю, что это гордость. В семье Анны Колтуновой растет 5 детей. 4 сыночка и Лапочка-дочка. Старшему сыну Артему 16 лет. Младшим двойняшкам Юсуфу и Саймахмуду еще нет и 2. Справляться с домашними делами, заниматься воспитанием детей и организовывать общий досуг Анне Марьяновне несложно. Ведь рядом надежное мужское плечо. Хорошо воспитывать детей, когда хороший папа рядом. Когда ты спишь по ночам, встает папа. Наших детей в основном воспитывает папа. Все делает. Хотя у меня муж, он сам таджик, мусульман, у них так не положено, но детей он очень любит. Мы живем ради детей. Дети для нас, самое святое. У нас родители, дети, Всевышний. 5 детей растет и в семье Барановских из Лиды. 16-летний Ян, 15-летний Игнат, 13-летняя Софья, 10-летний Глеб и годовалый Назар. Виктория и Евгений всегда мечтали о большой и дружной семье, хотя сами выросли не в многодетных. Слышать детский смех и радоваться успехам детей – это и есть настоящее счастье для родителей. Работа и бытовые вопросы – дела второстепенные. Для семьи Барановских важно, чтобы дочь и сыновья развивались гармонично и занимались тем, что им по душе. 2 мальчика занимаются хоккеем, старший сын учится на агронома, а дочка занимается в музыкальной школе и школе искусств. А в свободное время, когда у нас есть семейная традиция, и очень мы ее любим. Мы любим все выезжать отдыхать в любые города и Беларуси, и очень любим отдыхать за границей. В числе награжденных орденом матери 2 работницы сельхозпредприятия «Йотки Агро». Елена Бальцук – животновод, а Галина Власова – оператор машинного доения. Обе женщины сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком. Но коллеги не могли оставить без внимания столь значимое событие, как вручение ордена матери. И пришли поздравить Елену Бальцук и Галину Власову с наградой. Быть мамой – счастье и гордость. А еще это большой труд. Мало родить детей. Их еще нужно достойно воспитать. И чем больше детей, тем большая ответственность ложится на родителей. Мамы, награжденные сегодня орденом матери, по праву заслужили эту награду. Я восхищаюсь этими женщинами, правда, восхищаюсь. Сегодня было очень такое радостное, приятное мероприятие, как и предыдущее, потому что это оценка труда материнского. И вы знаете очень правильно, что в нашем государстве вот именно орден для матери придуман, которую воспитала. Она, наверное, каждая мама заслуживает ордена, но когда она является такой многодетной, воспитала 5 детей, то это дорогого стоит. Поэтому слова благодарности, признательности, пожелание, чтобы эти дети выросли достойными гражданами Республики Беларусь, чтобы они ценили то внимание со стороны государства, которое проявляется, та поддержка, которая есть в семье и матери многодетной в том числе. Сегодня в Лидском районе 1926 многодетных семей. 5 и более несовершеннолетних детей воспитывается в 83 семьях. Ежегодно среди тех, кто удостоен ордена матери, есть литчанки.